Но да, я умею играть его на гитаре. Единственное, что я умею играть на гитаре. А зачем я это сделала? Случайно. О, отлично, ребят, мне повезло. Что это? О, отлично, три Lemon Party. Ну вот, не знаю, я такая, знаешь, не любитель. Как минимум все его учат на гитаре, потому что три аккорда, сами знаете. Слушайте, а что дает этот доллар? Я его никогда не видела раньше, не встречала. Сейчас извиняюсь. Сражение, сражение. Время посражаться. Тихо, брысь. Ну, зато Крис Паулс, ты можешь понять, что он мне не нравится. Ну, в смысле... О, да ладно, это штука, которая дает бесплатные шмотки? Или меня глючит? Давайте посмотрим, давайте. Надо найти Магас. Где Магас? Ребята, мне нужен Магас срочно. Пойдем Яшку покупать. Магас, Магас. Идем скрывать Магас. Оу, yes. А, одну вещь. Но зато это может быть главная вещь. Ну... Честно говоря, мне не особо нужна эта вещь. Как думаешь, Модест, она вообще толковая или нет? Ну, то есть, стоит ли брать ее? Все, я подняла. Даниэль, давай тогда уже после вот подборки от Владимира, потому что Владимир будет замечательный. Ну, так что, берем? Нет? Ууу, фантомник! Привет, давно с тобой не виделись. Правда, давно. Не брать? Нет, все-таки я бестолковая. Угу. Можно взять что-нибудь другое полезнее, например. Да, привет, Антон. Ты как-то очень... А, ты закончил стрим. Все, я поняла, прости, пожалуйста. Вот. Как твои хорроры? Сильно испугался? Если ты испугался, то... У нас сегодня такой, знаешь, ламповый вечер, такие песни прям просто... Просто слушай. Так, давайте играть дальше, да. Давайте мы купим. Да, Фантомик, хочешь посмотреть, как в розыске? А, понятно. Сейчас, секунду, ребят, мне кое-что нужно на самом деле. Где-нибудь. Я прошу прощения, ребят. Две минуты. Жизнь моя. Пусть согнал я судьбу свою, но в каком бы ни шел строю. Все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою. Сколько минуло лет, сколько дней. Я прошагал весь свет, пропал. И все вроде как всегда. Вот только одна беда. Все мне кажется, я на нем свернул в никуда. Перекресток семи дорог. Вот и я. Перекресток семи дорог. Нашла вам! Жизнь моя. Пусть загнал я свою. Все, зашибись. Но в каком бы ни пел краю. Мне кажется, я как понятно. На нем стою. Почему ты предлагаешь сначала выкинуть доллар и купить сердце? И как это сделать? Подожди, Модест, мне нужна твоя помощь срочно.
Да, Антон, кстати, Коля в розыске. Видишь? Коля у нас в серьезном розыске. Тьфу, блин. Собака. Вот. Он в розыске, смотрите, смотрите, он в розыске. Погнали. Левый альт? Серьезно? Я просто, честно говоря, вообще редко пользуюсь этой возможностью. А почему именно купить сердце? Подожди, он позволяет купить только одну вещь вообще? То есть ты предлагаешь брать ее потом и уходить дальше, да? Честно говоря, не работает, честно говоря. Ctrl, Shift, Tab. У меня нет кошки, у меня есть здоровенная улитка. Но я могу пойти заменить. Я поняла, я думала, просто он в каждом магазине разрешает купить по одной вещи. Тогда пойду просто заменю сейчас на магнит. Конечно, долгий вариант, дурацкий вариант, но тем не менее. Где там у нас валяется это? Угу, левее. Не, все норм, мы справимся. Я удерживаю левый альт, ничего не происходит. Ничего не происходит, честно говоря. Ну правда, вот левый альт. Нет, он не выкидывается. Ну это фиг с ним, на самом деле, я в общем уже прошла. Так, нам нужна следующая музычка. Эту музычку мы ждали очень долго. Самое время для волевых решений. Если вы понимаете, о чем я. А, понятно. Ох, что эти люди, играющие в Айзека на геймпаде. Господи, странные люди. Фига себе, серьезно? Обалдеть. Значит, вернут. Скорее всего, в ближайшие день им вернут. Жесть какая. Это как такое вообще возможно? Нет, шоколадка в топку. Не повезло нам с этим. Сейчас, секундочку. Я кое-что проверю сейчас у себя. Ну, вроде все работает. Честно говоря, ну, правда. Он сказал, что ничего не проведено. Красота. Знаете, на всякий случай. Хотя можно взять Lemon Party. Lemon Party. Что-то в детстве мне эта песня казалась намного эпичнее. А, видимо, прошло мое детство. Отлично, ребята, отлично. Это просто изи. Еще и удачливый ключ. Ключ удачи. Пойдемте еще заберем несколько вещичек с карты. Мне кажется, так будет приятнее. Понимаешь, у меня все должно работать, ну то есть все включено. Сейчас, секунду. Нет, все работает, понимаешь? У меня, по крайней мере, по записи все работает. Ошибись? Другую песню давайте тоже от души, чтоб прямо душа разрывалась. Не, на скви хотя бы доходит, это уже проверено. Ах, как хочется вернуться на пару секунд назад, мать его. Нет, вернут. В этом плане у PayPal строгая политика. К
такая песня, ребята, просто глаза застилаются слезами. Меня укусил без рук. Бегите, бегите, несчастные. Нет, уйди от меня, уйди, и ты уйди, и ты уйди, все, все уходите. А-а-а. Я извиняюсь. О, кстати, прикольный темп, конечно, нам не нужен. Ну ты видишь, у меня просто все как обычно через шов. Ух ты! Модест, Модест, мне нужен твой совет. Я бы взяла, причем не знаю что, я бы, наверное, забегалку времени взяла. Модест, мне нужен твой совет, вот прямо сейчас. У, как быстро работает панда, вы просто посмотрите, как будто бот стоит, который блочит все. Вы просто посмотрите, панда великолепен. Да. Панда, ты доволен? Так что, ребят? Да? Ну, в принципе, полезно, ну просто время. Ладно, давай, я послушаю тебя, Акимастера. Посмотрим, во что это обернется, конечно. Нет, по идее, должно быть все нормально. Нет, давайте пойдем наверх. По крайней мере, вот, мы получим просто кучу бомб. Да, спасибо, панда. Кстати, теперь мы будем приветствовать подписчиков по-старому. Если вдруг будут подписчики сегодня еще. А то комрады, конечно, замечательные, но мы бы закончили с тропикой. Кстати, кто-нибудь из вас, кто-нибудь, может быть, здесь из стареньких и узнал? Вот это. Знаете, что это за штука? Знаете? Нет. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. А, черт возьми, нет, стоп. М1XR3R. Как мы тебе рады на нашем стриме, ты бы знал. Вот просто чудесно рады. Очень тебе. М1X. Ты будешь просто миксером, я правильно понимаю, да? Так, миксер, мы очень рады тебе на нашем стриме. Рада приветствовать и сказать ня. Ня. Так мы приветствуем подписчиков, напоминаю. Я уже сказала, что он миксер. Даже с 30-секундной задержкой ты уже должен был понять, что это миксер. Привет, мы тебе очень рады, на самом деле, на нашем стриме. У нас сегодня прям... Ух! Слушаешь, какая музычка. А, фантомик опять? Твои? Твои, да? У меня здесь добрая половина твоих, тихо. Да, я считаю, для языка эту песню можно просто поставить на рестарт и вот все время использовать. Не знаю почему, мне кажется, она настолько шикарна. Тебе так не делали, потому что ты подписывался, когда мы играли в Тропико, там у нас другие правила. Но хочешь, я тебя сделаю отдельно? Хочешь? Раз уж ты у нас даже за это как задианонился все дела. Он садится с ней рядом, он берет ее за плечи и причудливым. Ну блин, я правда не люблю их читать. Ты знаешь, если человек к этому привык, это понятное дело. Там далеко-далеко. Ладно. Земля. Там Новый год, ты не поверишь. Хорошо. Там Новый год, два раза в год. Только снега, что если бы я там не был сам. 228, папироси, мы рады видеть тебя на нашем стриме сегодня. Вот. Какая музыка, конечно, это огонь.